Социально-экономическое развитие региона и перераспределение в областном бюджете обсудили на заседании 27-й сессии областного маслихата 5-го созыва. Участие в разговоре принял глава региона Ерик Султанов. Аким области подвел итоги работы за 6 месяцев текущего года. Народные избранники приняли положительное решение по всем вопросам повестки дня. Подробности далее. Первый вопрос повестки дня – социально-экономическое развитие региона за прошедшие полгода. Важно объективно оценивать достигнутые результаты и стараться улучшить показатели, отметил в своем выступлении аким области Ерик Султанов. В целом, за отчетный период в области наблюдается рост по всем основным показателям. Только по итогам первого квартала 2014 года объем валового регионального продукта составил 131,7 миллиарда тенге. Это на 4% больше показателей прошлого года. Инвестиционный капитал составил 34,3 миллиарда тенге – что составляет 107,2% к уровню 2013-го. Успехи есть и в сфере промышленности. В сфере промышленности объем произведенной продукции вырос на 4,5% и составил 71,1 миллиарда тенге. Обрабатывающая промышленность выросла на 4,9%. У нас есть резервы роста в обрабатывающей промышленности. Нам необходимо принимать активные меры по основной деятельности простраивающих производств. В каждом районе есть такие, но работу необходимо вести. Сегодня есть предприятия, а нет достаточно сырья, то есть организованная работа тоже не важна. Это есть проблемы, значит, по сбору молока и по переработке мяса тоже. Как отметил глава региона, деловая активность североказахстанцев растет. Все больше предприимчивых и активных северян участвуют в государственных программах. Большое внимание в области уделяется и развитию агропромышленного комплекса. В текущем году для субсидирования производства сельского хозяйства из бюджета выделено 16,6 миллиарда тенге, что почти в два раза больше уровня прошлого года. Положительная динамика отмечена во всех сферах. Решаются вопросы водообеспечения, ремонта и содержания автомобильных дорог, строительства жилья. Выступление главы региона народные избранники поддержали. Здесь же задали аким области проблемные вопросы. В последнее время наблюдается отток населения, особенно молодежи сельской местности. Одной из главных причин данного негативного фактора, безусловно, является отсутствие мест отдыха и досуга сельчан. Надо провести инвентаризацию, вот таким я поручаю. Вопрос очень важен. Сегодня вот у нас отрицательные сальдо миграции. Я вам скажу, немаловажную роль играет как раз вот организация досуга молодежи на селе. Они уезжают, они уже далеко не едут, они уезжают вот, в города, там Петропавловск, Астана. А здесь они не востребованы настолько, понимаете? Вот они востребованы на месте, их надо поддерживать там. Следующий вопрос повестки дня касается перераспределения средств областного бюджета в сумме 68 миллионов 300 тысяч. В частности, планируется направить их на решение проблемных вопросов в сферах здравоохранения и образования, а также на развитие государственно-частного партнерства. Народные избранники изменения одобрили. Всего на 27-й сессии областного маслихата 5-го созыва положительное решение приняли по 18 вопросам повестки дня. Ксения Куценко, Михаил Казначеев. Новости МТРК.